Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Рагия 2, и тебе удачи. Пойдемте сегодня покатаемся по ковчегам. Повскрываем, повоюем, чё. А заодно посмотрим, что этот танчик из себя представляет. Прям будет неплохо. Проверить его боевую мощь. Ну а его боевую мощь мы знаете на ком, наверное, проверим? На черве щаном. Вот что там мне сдается, там прям хорошо все это будет смотреться. Что ты хочешь? Есть дело. Притвори, что мы знакомы. Что ты хочешь, а? Рейнджер Уокер. Мне сказали, что ты можешь прийти. Я Уайт Феррис. Мэр поручает мне особые... Например. Вот кто занимается грязными делами Лозам. Я вношу свой вклад в защиту города. Прямо сейчас занимаюсь борьбой с экспансией бессмертных саванов. Есть одно важное дело, и мне бы пригодилось... Давай. Саваны захватили старый завод неподалеку отсюда. Ну и что, казалось бы. Но им как-то удалось запустить реакторы. Теперь они получают энергию для своих рейдов и скоро снова нанесут удар. Я это нутром чую. Группу подрывников туда отправить нельзя. Действовать надо молниеносно. Но у тебя уже есть все необходимое для этой работы. Ты нам поможешь? Да. Я был на заводе и перестрелял саванов. Проблема устранена. Наверняка саваны ударят вновь, но теперь мы сможем подготовиться. Спасибо. Мы, как обычно, с опережением действуем, друзья. Ты вот сейчас кого из туалета пытаешься вытащить? Скажи мне, Бронку-Куронку. Дурашлёпина. У кого тут еще диалог есть? Может, мы еще кому-то помогли, но мы этого не знаем. Так. Без белка и жизнь мелка. Что ты хочешь, кровавая Мэри? Ты кто? Что у тебя есть? Да, мясо? Просто сложи туши здесь. Вот это вот купим. Хилочка мне нужна. Меня очень это устроит. Привет. Здорово. А что у них эти странные эти головные уборы? Какие-то вьетнамки. Шапочки вьетнамские. Здорово, да. А чё вы тут стоите, я не пойму. А? Так, ну что, давайте карту смотреть, друзья. Так, вот тут есть неизвестная локация. Пойдемте. Системы активируются. И вот мы на месте. Красиво подъехали. А что здесь у нас? Ну давайте, давайте. Еще одно бандитское логово. Опять уничтожить всех мы. Что, он опять гранатомет вытащит? Нет, гранатомет мне не нужен. Мне нужно вот это. Но начнем мы, конечно, с дробаша. Эй, чё? Да ты сдохнешь или нет, алло, ну. Ты еще живой, дебилоза. Вот так, где? Хорошо, откуда? Конечно, да. До свидания, родной. Филтрит бегом отдал мне на восстановление. Сюда, сюда, сюда. Вот так. Там есть кто-нибудь? Есть, там ящики есть. Никто-нибудь. А что ты хочешь? Иди отсюда вообще, чтобы я тебя не видел. Дебилоид. Вот так. Вырубаем. Они отлетают. И мы их добиваем. Такой вот незатейливый механизм. Хорошо, где кто? Сундук ковчега. Сколько их тут? Один. Неплохо. Это что такое? О, патроны для гатлинга. А, мне в мою роскошную Феррару. Сундук ковчега. А где он? Это он. Это он. Сундучный, ковчежный... сундучон. Давайте вскрываем. Тут быстро. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так. Что у нас там? Три модификации оружия. Великолепно.
Тут еще где-то, да, есть. Датапад. Это датапад? Да, читаем. Доля детонатор. Слушай, дубина, через пару дней к тебе заглянет Доля. Она захочет зайти и выпить, и дело, разумеется, кончится стрельбой, но мне плевать на убытки. Чего бы это ни стоило, она должна быть с нами, когда мы будем брать источник. Она настоящая машина для убийства, и я хочу, чтобы она пробила брешь в машине Хагар. На ней тройная броня, так что ее ни с кем не спутаешь. Как думаешь, она согласится оставить автограф на моей счастливой гранате? То есть, короче, хотели хмырята взять этот... источник, да? Да. Водокачка. Угу. Замечательно. Еще не все. Игра, подожди меня поощрять, потому что я тут еще не все почистил. Мне нужно два контейнера найти. Вот я вижу, где-то здесь за стеночкой он был. Да, игра же мне за стенкой где-то показывала. Да, 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 да. Вот он один. Великолепно, шикарно, замечательно. И у нас еще есть второй. Он здесь? Ну-ка. Здесь его нет. А где он может быть? Как вы думаете, друзья, где он может быть? Тут? Да, вот оно. Это здесь, да? Да. Абсолютно шикарно мы ее зачистили. Мне понравилось. Пойдемте. Дальше творить или творить добрые дела. Че у нас там? Вот здесь рядом что-то есть. Куда там надо ехать? Едем? Я вот думаю, башни правительства. Пойдемте. Очень интригующее название. Ядовитая свалка. Очень интригующее. Беспилотник-шпион даже здесь летает. А что здесь на этой ядовитой свалке вообще? А, три контейнера. Нет, я слышу голоса. Вы знаете, здесь не безлюдно. Это они, да? Ну, сейчас разберемся, что. Сейчас вот что-нибудь на них скинем. Вообще отлично будет. Эффективное убийство. Вот так, вот так, вот так. Эффективный прыжок. Как считаете, друзья? Они так опасно стояли, эти умнейшие люди. Прям вообще изумительно. Бабло. Умные мини-ракеты я взял. Так, второй, третий, все, вот они, три, все три вижу. Я думал, здесь вообще никого не будет. Они есть. Отлично. Отлично. Даем стране угля. Это что такое? Взрывчатый компонент. Хлам. Что еще? 491 патрон у нас. Ну, пойдемте дальше. Заниматься благими делами. О, подождите, подождите, подождите. Так будет лучше. Вот. Беспилотник-шпион. Здесь все зачистили. Получается, да. Но в регионе... Стоп, тут вот еще есть. Что это? Метеорит. Не, метеорит фильтры там не хочу. Они не особо интересные. А вот это что? Давайте сюда поедем. Ладно. Сейчас нажму. И вот мы на месте. Это здесь, что ли? Ну, пойдемте посмотрим. Белая точка. Это кто? Это что? Это 4 контейнера. И все? А по поводу забытого рейнджера ничего? Ну ладно. Ну, это где-то, видимо, наверху он, да? Да, вот он. А три были, по-моему, сзади. Ну-ка. Раз, два, три, да, вот они.
Это... Подождите. Это подвал, что ли? Отсюда вход. Ну-ка. Ломаем. Но отсюда мы не залезем. Никак. Хорошо, сейчас найдем. Как сюда залезть? Может, через крышу надо? Игра любит здесь отправлять через крышу. Да нет. Все как-то попроще пока. Есть. Вон там они, да? Ну-ка. Это открывается? Нет. А, понятно. Все понятно. А что здесь? Не ломается ничего? Как так? Но так не может быть. И все должно ломаться. Вот, ну не ломаться, но аккуратно можно зайти. Давайте тут кнопочку откроем вот эту, чтоб как белые люди отсюда вышли. Красивые, организованные, все. Белая точка. Ну и название. Беспилотник-шпион. А что тут эти беспилотники-шпионы? Они какой вообще ущерб наносят? Шпионят за мной? Ну пусть шпионят. Что еще тут есть? Ну-ка. Тоже сделали, да? Да. Это метеорит с филтритом. А ковчег. О, ковчег сырой катакомбы. Вот туда мы и поедем. Давно мы ковчеги не грабили. Куда? А, все, понятно. Да ты чё, вы чё? Где это говно? Хорошо. Так, покакаем. Офигеть. Почему я не могу пройти мимо? И перепрыгнуть его. 47 у меня единиц. Ладно. Готов. Все мимо прошло. Ну ладно. Где это говно? Готов. Забрал. Теперь. В нагляк не получилось. Ну, получится по-другому. Где они? Так, бочечки, отлично. Выжили они после взрыва? Ну-ка. А, вон, раз, два, три. Неплохо. Много их, да? Готов. Хорошо. Сейчас я с вами со всеми разберусь. Ну, где они там еще? Это и саваны, и хмыри, что ли? Так они же вроде воюют друг с другом. Вот гаденыш, а. Скачет он и... Хрен попадешь. Давай. Отлично. Собираем. Так. Прекрасно.
Мы под пулями фильтрит собираем, мне это нравится. Ну забери ты хлам. Ой, как все сложно, как все сложно. Откуда он стрелял? Так, где? Тоже все. Хорошо. Все. Молодец. Вся проблема в том, что и я тебя вижу, понимаешь? И вот в этом-то и проблема для тебя. Все очень рискованно, да, все как надо. На сопельках. Невозможно провести досмотр. Рядом источники угрозы. Сейчас мы всех источники и все источники угрозы ликвидируем. Сколько их там? Раз, два. Получается, что да. В траве не видно их, понимаете, они в траве заныкались и все. И вот хоть кол на голове тиши. Отсюда, если. Где он? Нет. Все, говорит, патронов нет в атаку. Это очень логично, да. Да не, догон его, вон. Это что? Это кто? Вон там. Все, говорит, ближайшие источники угрозы устранены. Я не пойму, что это за звуки. Просто не пойму. Залезь-ка. Отлично. Тут явно кто-то еще есть, по-моему. А, это дебилы вот здесь, что ли, воюют? Ну, эти-то пусть воюют между собой. Я думаю, что это за звуки? Где они там? Пусть разбираются. Здесь. А что там? Ну-ка. Хлам. Ну, неплохо. Кстати, хочу вам сказать, что хорошо они дамажат. Но у нас разница сколько там? По-моему, нету разницы. Окей. Это что такое? Револьвер огненный смерч? Что это такое? Ну-ка, мы его опробуем. Это револьвер огненный смерч. Он эффективно действует на любой дистанции и может поджигать противника. Да? Револьвер огненный смерч стреляет пулями, которые могут воспламеняться по команде, поджигая цель. Используйте ЛТ, чтобы применить воспламенение и поджечь врагов, которым оружие нанесло урон в основном режиме стрельбы. Хорошо. Вот это офигеть. Видели, офигеть. Мы попробуем. Форсаж револьвера огненный смерч против врагов в симуляторе. А что это даст? Нас будут обучать? Офигеть, офигеть. Ну это вообще имба. Какой-то безумный револьвер, если обучение честно. Завершено. Мне вообще офигеть. Сейчас мы постреляем. Прямо от души я чувствую, постреляем. О, игра. Патроны для револьвера Diablo. Так этот револьвер как называется? Diablo? Эй, есть кого поджечь? А, все. Желаю вам возродить цивилизацию. Давай, бежи! Кто это был? Что за папуасы? Ад, скотина, а?
Ладно, я думал, он сносит с одного раза. Ну, сейчас я с вами разберусь все равно, дебилы. Где вы? Покажитесь, пожалуйста. Ну вот я сейчас стрельнул, они почему-то выжили. Я не понял, как он работает, если честно. Мы сейчас еще раз все это сделаем. Как-то очень странно это. Я стреляю, эффекта никакого. Так, ладно, все, я готов. Забираем вот это, вот это, вот это, вот это. Для патроны Диабло. Так, я не понял. Этот поджог, он что, никак? Не с первого раза? Помните, вы все избранные. Что-то как-то... Конечно. Памяти центрального компьютера вообще поможет скоротать время. Так, я б такой, что... Теперь уходим отсюда. Вот. Что там неудобно воевать. Впереди находится костюм рейнджера. Спокойно, сейчас мы разберемся с этим тоже. Перезаряжаемся. Что-то у меня за пистолетное пиршество. Так, раз. Зачем ты мне это? Нет, стоп, это я что-то. И вот это. Мне не нафиг он работает. Это все очень медленно и... Не так эффективно, как мне хотелось бы. Вот они сносят, а очень быстро. Здорово. Пердак тебе, вот так. Так. Филтрить, пожалуйста. Офигеть. Мне уже это не нравится. Что со мной происходит? Прям решительно. Сейчас. Где они? Где они? Где они? Где они? Где они? Сдохло, сдохло. Хорошо. Так, ну это понятно. Что я сделал? Не ту кнопку нажал. Ладно. Сейчас остынет. А ты там чего хочешь? А вот что ты хочешь? Готово, отлично. Патронов, правда, немного потратил, но это ничего. Где это говно? С щитом. Ну, она делась. Или он. Раз, два, три. Три, да? Давайте сейчас этот Диабло вытащим. Это он, этот не он. А, вот он. Сейчас попробуем их сдалека почекрижить. Угу. Они выживают все равно, да? Он не с одного раза дамажит. Ну, кто-то ходит. Нафига он мне это вот вытащил? Вот скажите мне, пожалуйста. Непонятно. Зачем мне этот пистолет нужен? Который мелкий обычный. Где он? Готов, хорошо. Так, раз, два. Третий вон там сидит. Ну-ка. Так,
Она вроде без броньки, но что-то как-то дамаг слабо заходит. Очень слабо. Где? Привет. Че с трусами? Ага, конечно, конечно. Великолепно. Одна единица. Филтрита ко мне прибежала. Откуда я там раз взялась? Так, нет, это мы сейчас однозначно починимся. Сдохло? Так. Отлично. Она прям с одного раза сносит практически все. О! Видели, да, ее обугленный трупачок? Это кто? Это что? В смысле, я все зачистил? Да? Интересно. Я доволен. Но пистолет все равно вызывает вопросы. Итак, когда мы сюда бежали, Уокер, ты сказал, что здесь ты чуешь где-то костюм рейнджера, по-моему, да? Я правильно понимаю? Здесь, что ли? Давай посмотрим, где тут костюм рейнджера учуял. А что там, патроны лежат? Убери. Вот, 100 патронов, хорошо. Отлично. Прям самый раз. Давайте хоть посмотрим, что он где там учуял. Пекаль зачетный. Мне нравится. Но не всегда. Торгаша не вижу смысла звать, потому что у него ничего нету. О, 700 с лишним метров до неизвестной локации. Стоп. Вот это что? Развернемся, я думаю, так лучше будет. Ну вот я. Сторожевая башня правительства. Нет. Не будем мы ничего делать тогда, раз сторожевая башня правительства. Пошло оно в жопу. Где ты здесь увидел, а? Голос рейнджера. Вот. Вот. Вот сейчас мы здесь разберемся с голосом рейнджера. Вот здесь. Вопросы, где это искать? Тебя повредили, что ли? Я вам это обслуживаю. Давай. Ну вот, я снова в деле. Молодец. Найти павшего рейнджера. Сейчас найдем. Но пекаль все-таки странный, скажу я вам. Очень странный. Сундук ковчега. А, вот в этом доме все. Хорошо, понятно. Через крышу опять будем залазить, да? Или как? Да пока что никак. Может быть, здесь в доме... Вернее, может быть, этот дом как-то соединяется вот с этим. Тут есть типа подвала что-то. Нет? Ну-ка. Сюда никуда нырнуть не надо. Очень интересно. Что это за звуки? Игра. А, вот. Я думаю, что за это?
все. Перемкнуть, короче, надо было дверь. Неплохо так. Очень неплохо. Ну что, заходим. Ой, какой кошмар. А вы кто вообще? Что вы такое? Голос, вот он, рейнджер, я... Голос, рейнджера я увидел. Сейчас, сундуки тоже возьмем. Это что такое? А, ну это выходить красиво отсюда. Ясно, понятно. Здесь что, второй этаж еще есть? Так, это сундук ковчега. Железа жизни. И еще один контейнер мне нужен. Он наверху. А, вот так я могу его открывать? Нифига себе. Интересно. Ну что у тебя, давай. Рейнджер Али. Что-то сгорел весь. Разведоперация 27-3, Рейнджер Али. Мы с Уайлдер идем вглубь топи секрету. Не знаю, зачем все это нужно. Ничего тут нет, кроме вонючей грязной воды, проклятых зарослей и пения слизни птиц. Идеальное место для засады. Хорошо, что речным кабанам хватает ума не нападать на рейнджеров. Эти грязные жители болот – лучшие охотники в мире. Мы торговали с ними, когда пришли сюда год назад. Пойло они делают отменное. Башка отлетает и глаза в кучу. Хорошо, что у нас нанотриты, которые нейтрализуют опьянение всего за несколько минут. Так хрен ли я сплю-то на ходу? Где Уайлдер? Надо осторожней. Модификация записи. Как его модификация, говорю, записи. Модификация оружия у меня. Ну что, сегодня была очень неплохая серия. Мы повоевали. У нас появился пекаль, который с одной стороны кажется неудобным, с другой вроде как помогает решать какие-то проблемы. Я все-таки надеюсь на то, что мы как-то с этим пистолетом подружимся. Очень это надеюсь. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.